последний календарный день 2019 года в Самарской области пасмурно, будет идти снег, местами сильный. Днем -4, -6 градусов, ночью 1-3 ниже 0. Ветер сильный, юго-западный, 6-8, порывы до 18 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, осадки в виде снега. В светлое время суток -3, в темное -1 градус, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, сильный снег, днем -4 градуса, ночью 1 ниже 0, юго-западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, продолжительный снег, днем -5 градусов, в новогоднюю ночь -2, ветер юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление пониженное 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. We'll be right back.